Привет всем! У меня хорошая новость. Сегодня к празднику будем готовить креветки. Очень вкусно. И легко готовится. И не жирно ничего, но тут у меня немножко подсолнечное сливочное масло. Но почему сливочное масло я сделаю? Потому что там вкус другой будет. Можно и оливковое масло сделать, и подсолнечное, но сливочное масло лучше получается. Там вкус другой полностью. Теперь я уже с вами познакомился с ингредиентами. У меня креветки, шампиньон, сливка 1%, сухое вино белое, масло, болгарский перец, перец чили, черный перец соли, 2-3 зубчика чеснока и петрушка. Поехали! Сейчас будем готовить. Something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees waiting for the summer. Где-то 5-6 минут варим и снимаем, потому что креветки не надо долго варить, они эластично станут. Я там воду вылил уже, вот там, чтобы было, и снова сделаю сливочное масло. Там что, там креветки варишься, там, да, это уже нам не нужен. Мы начинаем с нуля уже. Хорошо, затопим масло. И сюда сразу же наш шампиньон. И в масле жарим наши шампиньоны. Рыба жарит, грибы жарятся уже с перец чили. Но если кто любит острый, если не любите острый, можете не добавить. Это дело вкуса тоже. И сюда, там уже хорошо жарится, я добавляю сливку туда. Но сливка это где-то, сколько у меня? 250 миллилитров. И подождем еще 5 минут. Memories
прошел где-то 6 минут, когда мы варим уже шампиньоны с болгарским перцем, и потом к нему сразу же добавляем наши креветки, которые отдельно уже мы жарили. Вот красавчики наши. С удовольствием будем есть сейчас. Это вот вкус такой обалденный сейчас будет тут. Ну еще минут 3 здесь. А тут добавляем теперь наш чеснок. И перемешиваем все время. Хорошо перемешивать все вместе. Креветки уже почти готов. Он уже полностью готов. И сразу к нему мы добавляем наш петрушка. То, что мы порезали. Но петрушку не будем варить. Только один раз перемешиваем. Даже не больше минуты. И все. И выключим наш газ. Все. Готово. Так, мои креветки уже готовы. Я хочу сейчас попробовать, но я хочу вам сказать приятного аппетита вам. С наступающим. Я уже готовился к Новому году. Видите, у меня елочка уже стоит, все готово. Я буду готовить к праздничным меню только. Спасибо вам за просмотр моего видеоролика. Ставьте лайки, пожалуйста. Подпишитесь на мой канал. И до следующего видеоролика. До свидания. Thank you.